сегодня да, посетите? Первые. Ваши первые впечатления, тогда начнем с этого. Ну, впечатления и о городе, и о университете самые лучшие. Если бы еще погода получше, тут совсем было бы хорошо. Вы наверняка уже участвовали в подобной конференции в Петербурге, может нет, быть, на Севастополе. Нет, нет, впервые? Нет, впервые. Ага, прекрасно. Ну, а Казанского университета когда-нибудь слышали? Ну, я, разумеется, слышал про Лобачевского и про много разных других людей. Так что слышал, конечно. Просто не приходилось. Здорово. Значит, теперь у вас, возможно, здесь появятся какие-то новые научные контакты. Вообще, какие ожидания от этой конференции? Не знаю, я постоянно живу в Америке. Очень давно не был в России, только пару раз приезжал в Москву. Так что я ожидаю просто понять, что здесь происходит и в науке, и в жизни. То есть не следили, да, за развитием науки именно в России? Нет, я следил профессионально, но здесь конференция очень широкая, так что мне интересно узнать, как, что происходит здесь в других областях. А кроме того, просто интересно посмотреть на новое поколение, которое я совсем не знаю. Спасибо большое. Да.